Вот настало волнующее время, которое с нетерпением ждали все студенты старших курсов. Получение долгожданных дипломов и новый этап в жизни. Все структурные подразделения и факультеты Крымского федерального университета торжественно отмечают выпускные. 11 июля дипломы о высшем образовании получили бакалавры и магистры исторического факультета Таврической академии. 6 лет были на самом деле очень плодотворные. Очень многое для себя получил и богатый багаж знаний, за что я благодарен своим преподавателям и этому университету. Ощущаю я некое волнение, потому что это очередной раз ответственный шаг, еще один шаг в взрослую жизнь, уже окончательно серьезную взрослую жизнь. Чувствую какую-то такую радость, потому что наконец-то это как бы все закончилось, но все же с одной стороны грустно, как бы приходится вот расставаться со своими товарищами, но как бы дальше планирую остаться в университете. Конечно, 6 лет эти были насыщенными, интересными, и это помогло мне вырасти и в профессиональном плане, и в плане личности, потому что когда мы пришли сюда в 17 лет и выпускаемся уже в 23, нам это намного есть разница. И, конечно же, исторический факультет помог нам узнать много нового о жизни и научиться следовать пути правильно, верно выбирая свой путь. Декан исторического факультета сердечно поздравил выпускников и особо отметил деятельность некоторых ребят, которые помимо дипломов получили за свои усилия почетные грамоты. Это тот итог, заслуженный вами, итог, надеюсь, не потраченных, а для большинства, подавляющего большинства, да что там говорить, до всех присутствующих, это именно итог затраченных вами усилий интеллектуальных, физических, моральных. И вот сейчас вы обретете уже материализованный этот итог, ваш заслуженный результат, который, разумеется, не является никак конечным. Буря эмоций, цветы, поздравления, памятные фотографии – все это неотъемлемые атрибуты праздника, который подведет черту под студенческой жизнью и откроет новые пути для выпускников Таврической академии.